томат, персик оранжевый. Вот они растут небольшими гроздями. Кусты сформированы в два стебля. Вот, как видите, очень много плодов на кустике. Красивые такие грозди, красивые помидоры. Завязывается их очень много. Вот шпалера общая. Этих помидорчиков очень много. Вот такие красавчики. Куст высотой до 1,20 м. Сейчас посмотрим, какой вес этих плодов. Так, 117 грамм. Тоже 117 234, два помидора. И вот такая вот у него мякоть, тоже оранжевого цвета, сочная. Плоды трехкамерные, очень красивые. Почему персик? Потому что они на ощупь такие бархатистые, как персик. Вот. Ну, возможно, даже и отлив, такие как с отливом. Возможно, напоминает кому-то персик. И мякоть тоже такая персиковая. Вот. Персик оранжевый. С удовольствием выращиваем этот сорт. При сильных дождях он хорошо показывает устойчивость к растрескиванию. Только вот первая гроздь, как видите, помидоры лопнули. Тут стояла вода, не впитывалась. И вот очень большой избыток был только на первой кисти. И то вот те, что первые созрели, те и лопнули. Вторая вот кисть, все плоды целые. Третья кисть, четвертая, дальше пошло. Так что вот такой вот помидорчик.